А револьвер? Какой револьвер? Я не знаю, какой револьвер. У меня только был макет именно, и все, больше ничего. 3200 гривен стоит, мы покупали его с отцом вместе. 3200 гривен стоит, они в Афинах на греческой 20. Пистолет Шмайсер. Да нет, конечно, какой Шмайсер. Вот куда у меня такие пистолеты? У меня пистолет вообще, уважаемый сын. Про такую обшуку. Адресу Одеського обласного водоліна, інший підозрюваний так, що Одеська обласна водоліна, так, інше доповнення клопотання перед судом учасників процесу, прокурор речі немає, прокурор наполягає на задоволення клопотання. Також честь наполягаю на задоволенні клопотання, на підставі тих ризиків, які були зазначені мною у клопотанні. Прошу врахувати, що факт перебування дитини на утриманні саме підозрюваного не підтверджено, враховуючи, що проживають вони окремо. Так, підозрюваний, надаючи пояснення, сам плутається у адресах, за якими він проживає. Я ничего не путаюсь в адресах. Я знаю, где я проживаю. Просто сказал, что я в гости к отцу заезжаю. На Саядов! Чего это я путаюсь? Я не путаюсь, уважаемый. Саядов, я зараз вам дам слово. Спасибо. Наявность у него постоянного места работы, також зазначено адвокатом, підтверджується лише документом, який станом датується на лютий 2016 року. При цьому сам підозрюваний, даючи пояснення, сказав, що не працює офіційно, а працює, допомагає батьку з ремонтом. Тому на тих підставах, що були зазначені в клопотанні, прошу задовольнити та обрати запобіжний захід. Ну так це і є бригадна робота моя. Захисник, пане Дмитро. Я хотіла доповнити по поводу изъятых предметов в ходе обыска. На сегодняшний день отсутствует какая-либо справка эксперта, свидетельствующая о том, что это является оружием. Это, во-первых. Во-вторых, это обыска проведены в рамках совершенно другого уголовного производства, поэтому исследовать их в ходе рассмотрения ходатайства по другому уголовному производству, я считаю, принимать во внимание, не имеет необходимости. Это раз. Второе. Я вчера, мне стало только известно, что мой подзащитный находится здесь. В связи с чем, просто учитывая, что я отсюда выехала в 9 вечера и сегодня опять приехала сюда снова, собрать вновь и истребовать свежие характеризующие материалы на сегодняшний день, у меня просто не было физической возможности. В связи с чем я предоставила материалы характеризующие, заверенные мною надлежащим образом. Вот. Учитывая также, что я считаю, что это также следователя задача была собрать необходимый материал, но это просто невыгодно следствие для того, чтобы, соответственно, выйти с таким ходатайством об избрании меры пресечения. Поэтому к ходатайству была приложена только копия паспорта и не более того. Несмотря на то, что весь характеризующий материал, я вчера также ходатайством приобщила к материалам уголовного производства. Вот, поэтому я считаю, что это не только обязанность защитника, а также и следствие в полном объеме расследовать уголовное производство. Необходимо было сделать соответствующие запросы. А также я хочу обратить внимание еще раз по поводу реплики прокурора, что мой подзащитный не мог ответить место работы или место жительства. На сегодняшний день неизвестно состояние здоровья моего подзащитного, учитывая, что он сообщил, что его избивали ногами по голове. В каком он состоянии, какие травмы головы у него имеются на сегодняшний день? И может ли он вообще принимать участие на сегодняшний день в ходе рассмотрения этого ходатайства? Под большим вопросом. Не было оказано ему вызвана скорая помощь, приглашен врач до заседания, чтобы он был осмотрен и была предоставлена справка врача о том, что он может, что его состояние здоровья позволяет на сегодняшний день принимать участие. И у него нет нарушений, либо сотрясений головного мозга и так далее. Поэтому я считаю, что вообще необходимо просто не учитывать даже на сегодняшний день, не принимать во внимание, я уже молчу за то, что он просто не владеет ни русским, ни украинским языком. Но это никак прокурором почему-то в учет не берется.
Поэтому я прошу Ваша честь отказать от ходатайства и избрать иную меру, не связанную с решением суда. Спасибо. Федот Иван, вам надается слово. Уважаемый.